Доброе утро, подписчики и зрители моего канала. Сегодня 5 ноября. Пятница. Вышел сегодня половить в лес попробовать. Давно уже в лесу не ловил. За клестами. Взял клеста простого и клеста белопоясого. Паутину взял 20-метровую. Вот она. Дует сильный ветер, температура примерно минус 2 градуса. Птицы пока не слышно. В лесу что-то вообще тишина. Ну, маленько взял там рябинки, подвесил, мало ли щуров услышу, так включу на позывку. Будем пробовать. Посмотрим, как сложится сегодня ловля. Место еще я чуть-чуть подусовершенствую, присаду тут чуть-чуть подвтыкаю, что-то присада вообще жидковато у меня. Ну, посмотрим. У нас первый улов. Загнал я 3 простых клеста из прилетевших 4. Паутина, к сожалению, у меня вылет всего 3 метра кверху. Тут бы желательно повыше ее. Поэтому приходится догонять. Идем смотреть. Ну, по-моему, нет, один красненький. Вот первый клёстик. Клестовка, скорее всего. Вот второй. Вот этот желтый самчик. Желтенький самечек, оранжевенький такой. И вот третий. Третий красненький. Ну, будем доставать, придержим недолго. Потом отпустим. Вот третий, ничего такой клёстик. Прилетела пара белопоясиков. Самец попался сразу, а самку загнал я уже сам. Идем смотреть. Сегодня 5 ноября 2021 год. О, самец-то вообще красава, малиновый. Вот такой вот нам попался малиновый самец. Вот он какой, красавчик. Клювик маленький. Вот он, красава. Вот такой малиновый самец нам попался белопоясика. И вот такая попалась самочка. И еще один тут самец малиновый летает. Вот он. Вот он малиновый, еще один самец. Будем пробовать. Ох, какой он красивый. Вот он. Отходим. Второго малинового самца тоже загнал. Но он не то что малиновый, но красный. Красавец. Вот такой вот. Он с большим клювом. А еще один с маленьким клювом. Вот. А второй малиновый вот такой вот с маленьким клювиком. Аккуратненьким. Вот он такой вот. Красавчик. Простых мы клестов выпускаем. Опять прилетели белопоясики. Вроде пара, вон они, выпадают потихоньку. Паутина раздувается. Сегодня день довольно-таки удачный. 2 раза белопоясики уже. Ждем.
Не, ушли. А нет. Хотели уходить, но мой их вернул. Вот обратно. Крутится. О, один прилетел. Вроде красный или молодой. Не молодой вроде. Подлетел почти к приманному. А может и самка даже. Непонятно. Не, самка. Вот она. Подлетела к моему приманному. Пойду пробовать загнать ее, может. Потом и самец попадется. Оп, есть. Самка попалась. Самка белопоясика висит. Но там еще есть где-то самец. Самка заскочила. Самца пока не видно. Ждем. Сейчас он по-любому выскочит. Где-то он есть. Пойдем, наверное, достанем самку, а то она выскочит и белопоясик уйдет. А так хоть он будет около нее. Посмотрим. Вот он, уже твой гляди. О, это не самка. Вот такая вот. Попалась самочка. Ну, может, желтый белопоясик молодой. Будем доставать. И где тут еще самец должен быть? Времени уже час дня. Сейчас буду собираться домой. Самок сейчас будем отпускать. Вот такие две самочки. Одна повзрослее, другая помоложе. Самцов оставляем вот этих красавчиков. Подписываемся на канал. До новых встреч. Завтра, думаю, тоже, наверное, выйду на ловлю.